Привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Ну, что я могу сказать? Я там иногда говорю, что ой, так много мне пишут, я не успеваю на все отвечать. О, мне начали сочувствовать, мне начали ой, там в таком духе писать. Но я вам хочу сказать, я не жаловалась, я хвасталась. Может, не та интонация была. Слава Богу, вы мне пишете. Очень много пишете. Я очень рада, просьб много. Каждый раз есть что посмотреть. Даже вот к концу года так много наскидывали, что я уже не по одному ролику. Бабушка и днем, и ночью пашет. И вот у меня много фанатов Билли Эшли. Все просят, вот посмотри, да посмотри. Больше стало этих фанатов, вот меняется. То наплывут одного певца фанаты, то другого. И вот так тогда получается одни за одним делаю их, потому что просят, и делаю их ролики. Вот так и Билли. О, ну что, давайте посмотрим ее. Перевод не знаю, сразу говорю, что о чем это. Короче, новый ролик. Поехали. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. And that's about the only никакая. Ой, бог ты. To feel better. Just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Дымок идет. Mm-hmm.
Да. Это проблема века. Сейчас очень много молодежи увлекается этими наркотой, там, накурятся, обкурятся, а потом становятся как овощи. Хоть сигареты об них туши, хоть что, они ничего не понимают, они ничего не этот, не реагируют ни на что. Это проблема, конечно, века. Вот она постоянно в своих песнях поднимает какие-то проблемы, какие-то этот, борется с недостатками всеми. Но это очень тяжело понять, вот смотреть на это все, очень тяжело смотреть. Хочется очиститься от этой всей грязи и все. Но я считаю, что если даже хоть один человек посмотрел это и там бросил эту наркоту или этот, уже хорошо. Уже хорошо. Уже есть польза от ее вот этих клипов. Так что, если помогает, слава Богу, и все, и в нее все вот такие вот с проблемами какими-то, с какими-то этими, ну, а понять это очень тяжело. Даже смотреть, это вот смотрела это очень тяжело даже смотреть. Так что, пока-пока, до новых встреч. Okay.